Друзья, всем привет, вы на канале Дикий Лось, и сегодня в видео я покажу, как быстро научиться отжиматься на одной руке. Отжимание на одной руке – это отличное упражнение для развития силы, баланса и координации, однако оно требует хорошей физической подготовки и выполнения правильной техники. Я покажу вам 5 эффективных упражнений, это будут такие этапы подготовки для того, чтобы отжаться на одной руке. Для того, чтобы научиться отжиматься на одной руке, вы должны уметь отжиматься на двух руках. Это база. 20-30 повторений будет достаточно, но это скорее минимум. В идеале, если вы умеете отжиматься раз 50 и более. Помимо основной разминки, сделайте классические отжимания на двух руках. Так вы подготовите свои мышцы к предстоящей нагрузке и обезопасите себя от нежелательных травм. Второе поэтапное упражнение в подготовке. Вы должны научиться отжиматься, переводя вес каждой руке. Отжимания похожи на обычные, но вы должны смещать вес тела поочередно каждой руке. Сильно широко руки не расставляйте, чувствуйте напряжение в той руке, на которую переводите вес тела. Выполните 5-10 повторений на каждую руку. Третий этап в подготовке, когда ваши связки и мышцы окрепнут, выполняем уже отжимания лучника. Отжимания такие же, как и предыдущие, единственное, что здесь ставим руки максимально широко, тем самым увеличиваем амплитуду движения и, естественно, нагрузку. Расставьте руки максимально широко и выполняйте отжимания от одной руки к другой, сгибая одну руку и держа ровной в локте противоположную руку. Выполните 2 подхода по 10 повторений на каждую из сторон. Четвертое упражнение. Нам понадобится стул или любая другая возвышенность, которая у вас имеется. Мы будем опираться одной рукой и переводить вес тела на опорную руку. Выполняйте отжимания достаточно глубоко, почти до касания грудью пола. Отжимания выполняются с переводом веса на опорную руку, слегка придерживаясь второй рукой на возвышенности. Выполните 2 подхода по 10-12 повторений. Помимо всего прочего, эти отжимания достаточно хорошо прокачивают наши грудные мышцы. Чем выше возвышенность и чем меньше вы делаете на нее упор, тем сложнее выполнять отжимания, но больше эффект. Ну и 5-й заключительный этап в подготовке отжиманий на одну руку – это негативные отжимания. То есть вы только опускаетесь, не пытаясь себя выжать. Старайтесь удерживать ровное положение тела. Не падайте вниз, а опускайтесь подконтрольно как можно медленнее. Для удобства при выполнении отжиманий расставьте ноги на ширине плеч или немного шире. Выполните 2 подхода опусканий по 8-10 повторений на каждую руку. Теперь, когда вы готовы, вы можете выполнить отжимания на одной руке. Отлично. Также для облегчения выполнения упражнения на начальных этапах я советую разводить вам ноги как можно шире, для того, чтобы прочувствовать это упражнение. Затем со временем вы сможете их свести поближе. Ну и в полушпагат садиться тоже не надо. Все-таки нагрузка на руке должна у вас значительно присутствовать.
Надеюсь, видео было поучительное и оно поможет изучить вам это упражнение, поскольку оно действительно очень мощное и эффектное. Ну а вам спасибо за просмотр, прожмите лайк и не забудьте поделиться этим видео с друзьями. До скорых встреч, всем пока!